Проливные дожди на островах Фиджи привели к наводнениям. Сообщается о 6 жертвах, среди которых семья из 4 человек. Они погибли в отдаленном районе после того, как на их дом обрушился оползень. Еще 2 человека утонули, пытаясь спасти свой скот. Кроме этого, 1000 человек остались без крова, лишившись имущества и домашних животных. Фермеры не смогли быстро перегнать свой скот на возвышенности. На данный момент около 1300 человек находится в эвакуационных центрах в районе западного побережья самого большого острова архипелага Вити-Леву. Некоторые районы остались без электричества. Кроме этого, спасателям пока не удается добраться в отдаленные регионы для оказания помощи пострадавшим.